я иду, она там с кем-то по телефону хуесосится. Я говорю, Танюха, ты с кем ругаешься? Она говорит, тебя ебешь, что ли? Дай сигарету мне. Ну-ка, дай, блядь. Сигареты, пачку. Смертельный номер, нахуй. О, блядь, все нахуй, достал, блядь. Вот так вот нахуй. Орлы идут, нахуй. Банда из Амурки. Все? Вы все молодцы, нахуй. Выпейте за эту трубку мира, выпейте. Здравствуй. Помнишь меня? Блядь, курить что-нибудь. Закопайте топор войны, нахуй. Нет, я с дедом курю. О, сейчас тетя Таня идет. Блин, она меня просила что-нибудь. Ой, вот они. Не, она сиги не надо, у нее там две пачки уже лежат в кармане, нахуй. Ей что-нибудь другое надо? Я танцую. Дай что-нибудь. Что-нибудь. Таня, иди быстрее, пока он здесь, блядь. То сейчас уедет. Скажи, по-хорошему. Пока не началось. Вот, братан. Пока не началось, говорит. Дай-ка я тебе. А что, продал этого? Какая у него? А, вот это. А, такая же, как у меня была. Извини, пожалуйста. Опачки. Опачки. Женя меня зовут, Женя. Евгений. А я старый. Да знаем, где. Он там, если что, понял? Он звонить не будет. Я тебе сейчас загадку задам. Ой, бля. 25 рублей. Сколько времени? А ты же говорил 500 раз на видео. А еще скажет, хуй. Он до июня живет, а там, бля, все. Пенсия получать будет. Что нам делать? Вот пенсия будет у меня. Да. Сниму хату. Он хату снимет, короче. И буду. И все пропало. И все пропало, на. Все, свободная жизнь пропала. Заходите ко мне дома, мои двери открыты. Да. Да, люк отодвигайте. Заходите. Времени подскажешь? Ну, бля, я чуть так и толстый. Сейчас могу посмотреть. О, бля, танки выходит на пыль. Все. Люк. Я не слышу, нахуй. Танюха! Она поближе, блядь. Меня да, постреляй. От вас надо сюда встать, от нее пускай обратно идет. Вы что, любовнички, блядь? Все нормально у вас? А что у нас? Домой поедете, нахуй. Домой. Ну, бля. Кис, ну ты-то видишь его. Светка счастливая, блядь. Вот так вот. Дедушка. Ну ты что, если все там будешь? В детство сыграл. Я там. Бычок остался. Да, вот, блядь, сейчас пенсию получишь, ты уедешь в квартиру, как я искать буду? Я нет, тебе скажу. Я Паша! Заебись, Паша, блядь. Я тебе скажу. Переводи, Вовка, что он сказал? Воскресенье дома. А воскресенье дома будешь? О, опять. Ну, там. А если ты... Макс, ну ты знаешь это языки все, блядь. Ты... Ну-ка давай там, теперь по-французски. Ты еще тот полиглот-то, блядь. Ну-ка давай. Жанна Канша. О, блядь, дед Светка, Светка. Француженка. Нет. Света, скажи. Итальянка. Нет. Света. Испанка. Скажи, Макс, нет, пока. Нет, наша, российская. Нет. Ладно еще. Тогда ладно. Это армянка. Нихуя тут одни полиглоты, нахуй. О, нет. Еще я... армяне я не знаю. Они так скоро приедут, кстати. Да. Все, а что ты, все, что ли? Давай, Жека, с праздничком. Давай, с праздничком. Супруги, привет. Араича, Инчара. Я о, тоже боюсь. Все, иностранцы начинают. Ёпту мать, одни полиглоты, блядь, я хуею, блядь. Конечно. На, нахуй, Никола пизды получил, блядь. Пашка не дал ей ничего, Никола пизды получил. Опа, дед получил. Второй пошел. А? На, нахуй. Ну, давай. А я ушел. Давай. Ой, блядь, нихуя, я себе боевики, блядь. Я танцую. Сейчас еще рыжим... Сейчас рыжему сюда да, снах. Да. Сразу лишечку пускай. У меня есть кого. Опа, нахуй. Опа, блядь. Да, да. Отдай. Бля, Кису, что он у тебя, блядь? Успокой ее, блядь. Серега. А что, ты беспредел ее? Короче, все. Все. Да нет, ты. Понятно. 70-летнего дедушку не надо трогать. Ой, блядь. Опа. А чуть не села, блядь. Аккуратно, блядь. Полошек не села, блядь. Все дома, не уходите пока. Я дома пошел, блядь. Не надо. Блядь, дедушка. Можно я тебя спрошу? Хохлу можно, да. Хохлу, блядь. Нихуя! Хохлу можно три раза даже. Хохла моя, блядь. Светка, подожди 5 секунд, блядь. Я тут, блядь, такие разборки вот она, блядь. Хохлу можно три раза. Вовка, прочитай, что она там написала. Дед съёбывается, дед. Куда, что блядь. Тихонько. Тихо, на колышек не посади. Да. Они кидают. Я тебя. Я пошел в машину. Давай, там у меня водки нету, все равно ты там не ищи, водки там нету. Я не буду искать. Ладно, все, давай, дед, иди. Светка, опа! Так? Так. И тебя, Макс, тоже. А меня вот просто о, вот так бля. Вот. Ага, сейчас подожди, он сейчас Димка идет, ему дай ему.
Димка, иди быстрее. Дима, иди, тоже это нужен. А, срочно. Иди сюда, иди сюда. Да, по голове. А вот ему можно 8 раз. Что, сдался? Нет, давай деньги. Раз, нахуй. Два, блядь. Три. Четыре. Нихуя. Пять. Шесть. Киса, она тебя целуется, блядь. Ты не смелся, блядь, нихера. Ты все потерял, ебал. Кого? Ты все потерял, блядь. Киса, ты все потерял. Давай сильно не орите. А что, вы что, пошли, что ли? Конечно, что надо. Они хули, да. А что, все добили уже? Зачем они, вон там. А вы что, блядь? Все нормально? У нас все на пчел. Никола, ты не берете с собой хохлата? Кого? Никола, хохол не с вами? Тут не это. А че ушли? Вернитесь, блядь! Во, по башке получили, съебались сразу. Где? Где же стой, блядь? Че? Вот. Дай еще по башке. Дай иди, Андрюха, догони. Шипы выставляй. По башке дали, взяли, блядь. Потенциал обошел, что? А ты что ты, блядь? Ты на самом деле получил по башке, убежал, блядь. Андрюха. Пообщайся с ними. Подожди, Андрюха, иди сюда, я тебе полтос подкинул. Не, нахуй не нужен, конечно. Дам тебе. Полтинничек, хули ты, блядь. Тебя уже давно не видел, люди, блядь, соскучились, нахуй. Че, спьет, идет, а? Не идет она там? Не понял. Нет, я говорю, просто... И пивко. Ну, пошли, что, пивко добьете? Конечно. Пойдем, дам вам пивка вам хоть. Не, просто я не люблю это пивко. Нет, томагавка есть. Нет, дело не в томагавке, просто, ну, блин, пейте, это культура себя ведет. Миш, с собой хотя бы, дело. Не могу занять культуру. А потом, завтра, сегодня, что у них будет, я не знаю. Ну, на, забирай. Ну все, ладно, давайте. Давайте. Давай, пока. Увидимся. Давай, не хворай, Андрюха. Ну, увидимся, в городе увидимся. Все равно киса куда-то пошел. Киса, ты с ними пошел, что ли? И где походу? Че ты ко мне идешь, что ли, киса? Пошли, рассказывай тут все, что тут нет секретов у нас, блядь. Ага. Да, Димка? Давай, что там подписала-то? До вокзала? Да я вас увезу домой, хули вы. Домой нас увезет. Вовка оплатит, я же деньги ему давал. Он заработал сегодня. Я тоже домой увези. А тебя куда, блядь? Тебя дома здесь? К ней поеду спать там. А все нахуй. Хуй, блядь. Кто-то один из двух, нахуй, блядь. Ну, поеду к ней домой, а спать. У тебя. А ты что, Димка, блядь, не пошел на место, что ли, поштрафился или что? И отмечаться не пошел, что ли? Я поеду спать тебе. А я забухал, нахуй, блядь. Я как не приду пьяный, блядь. Меня 10 суток пописывают. А сейчас, больше дадут? Да не. Да. Они больше не дают. О, Вовкина шапка, кстати, носит. Да, не люблю, да? Это моя жена, ты все ему. Вовки, нахуй, на трубах шапка, а или в этом, в подвале. Я люблю, а че я? Я люблю ее. Это моя жена, моя супруга, блядь. Это, сука, Макс, вот это солит, блядь, а? А че тут, блядь, ты смотри, тут помойка, хули, тут летом будем прибираться, хули, блядь. Тонька. Тут надо машины увозить будет. Так, а ты что, на чем приедешь-то? Ты же спиздишь сейчас машину, вот здесь опять четырку. А я не знаю. Городку знает. А? Городок-то маленький. Городок маленький? Конечно, городок-то маленький. А, это я по поводу машины, что ли, да, искали? Нет. Нет? Леху там? Снимай. Да, Леха там... Снимай. Я тебе не рассказывал, ты вот это, он мне так как-то одну мысль сказал, понял. Я говорю, тебе буду выслеживать, нахуй. Это я сказал? Следи, ты. А я с балкона тебе крикнул. С балкона, да, ты мне заорал. Я вчера того этого-то. Я говорю, ну ладно. Нет, так это... Землю таскал. Выходи, нахуй. В зеленом доме-то живет этот. Отличный день, бля. Если надо выискать, я знаю, где тебя искать. А нахуй мне искать? Тебя не надо искать, ты дома, блядь. Так вот. В том-то и дело. Нахуй только это. Если надо будет. Это было сказано, зачем, блядь. Вот это было. А вот было вчера, помнишь по пьянке, как было вчера сказано от Тани? Когда она по телефону с кем-то орала. Я говорю, Танюша, ты. Я спокойно у нее поинтересовался. Я говорю, Танюша, ты с кем-то кругаешься? А тебя ебешь, что ли? Дай мне закурить, нахуй. Это что, это нормально? Это нормально? По телефону вчера. Или позавчера, нахуй, блядь. А по-моему, вчера она. Ты ничего не спутал? Я не... Нифига. Макс не вот здесь, да вот, нет, сидел... вот здесь она сидела, а? Там ты сидел. Ну и... Я вон там шел, я говорю, я слышал, она орет с кем-то по телефону. Я говорю, Танюша, ты с кем-то ругаешься? Нету. А с кем она ругалась? С тобой, что ли?
Со мной, наверное, такая, как выходит. А кому она говорила, блядь, так я тебя жду уже, сколько, сука, заебалась ждать? Николе, наверное. А кого ты? А может, Димка, может, Димка проходил тут нахуй? Она ему кричала, нахуй. Вот и разбирайтесь, нахуй, между собой. А я подошел, вчера было. Это или вчера, или позавчера было. А я спокойно подходил. Не, я вчера-то вон там стоял. Ты же раскачал за всю канитель-то, ё-моё. Я вот здесь подхожу, я говорю, Танюша, ты с кем ругаешься? Она, да тебя ебешь, что ли, дай мне сигарету. Я говорю, да... Вот теперь вот раскачай ко мне эту балду всю, ё-моё, полностью. Вот и раскачивайся с ней. Вот, вот, вот у тебя качели. Вон качели, вон качели. У тебя жена есть, там. С кем она там ругалась? Размахивай, маленьком стоп. Вот закачайся. У меня башка сломается. Я тебе книжку-то, это... Красивую-то книжку-то приносила, это, Камасутра. А, да, бульдогу-то, что ли? Я вот ему, блядь. А ты сказал, что бульдог, блядь, кто-то подарил, Камасутру нахуй. Нахуй мне пробовать ты, я, знаешь, просто не хочу ругаться. Ну, я понял. Сегодня нельзя ругаться. А ты бульдога не видел сегодня, так? Давай не завтра. А, давно его тоже не видел. Вообще я с тобой ругаться не хочу, понял ты. И не надо. Потому что ты, блядь, человек. Все просто говорят, то ли в больнице, то ли вообще в духе, блядь. Просто Богу, блядь. А кто сказал вот такое? Действительно, я просто мне подхожу, мне вот такую хуйню выплевывают. Что-то сделал? Танюша мне выплевывает. Я интересуюсь у нее, ты с кем ругаешься? Его не видно. Ничего. Она тебя ебет, что ли, нахуй? Дай мне сигарету. А меня не было, да? Ты был здесь вот. Танюха, вот здесь сидела, ты вон там. Ты бухой был хуй, наверное, блядь? Вы так упиздили, нахуй. Ты был здесь. С Лехой. Все. Я, конечно, у меня, я тут пошел, у меня мат разошелся, нахуй. Так я пришел. Я до самого дома шел материться. У меня подошел вообще от палаты, вот тех кроссовок. Извини, если, блядь, я оскорбил чем-то вас. Вчера, ты что я делаю? Это значит, было позавчера. Ну я точно, это вот было, вот, на днях, буквально. Не, я вот, хули толку, только вот пока ходил по кругам, опять не уверен. А что, блядь, нашел бы новую, что-то дохуя? Я один вообще шел. Рыжий, ты подгончик бы устроил, у тебя там, блядь, столько кроссовок. Там у них багет вот висит, нахуй, на трубах, на звишке, блядь. Я вообще один шел. Я нахуй, Лехины кроссовки. Я вот оттуда, я как раз сдался. Ну, ко мне, конечно, ну, приехали там, ну, свозили, отпечатки сняли. Короче, домой отправили. Все. Все, все-таки поехали. Домой отправили. Домой, туда. Иди, домой. Спускайся, нахуй. Так они знают, где я. Иди, говорит, домой. Киса, все, не в обиде. Все, держи руку. С Николой тогда тоже помирись сразу, хули ты. Никола тоже, блядь, огорчение. С Хохляндией тоже помирись. А я с ним-то не ругался. Я знаю, где Чехол, где Дим Димыч. А где Валентин? Ой, Валентин, а он вчера это... дома был, там, ну, на это... трубах. Это... Дома на трубах. Сеструха-то сейчас с мамой, ну, начнут, ну, тебя напрягать. Часы какие-то перебирал там. На сколько часов? Ну, эти большие, здоровые. Собираться придется, да? Я вот вчера видел просто. Светка, у тебя что на коленках, блядь, какие-то заплаты там наклеенные? Наклеены, это муза такая. Ты нихуя не понимаешь, что ты здесь живешь, вот они, блядь, в 91-м живут, кайфуют, там они там стоят мода, да? А что у нас нормально? Вовка, может, тебя дрючит, блядь, до колена, как. А возможно, нахуй. Да, Вовка, скажи? А это, скажи, ваши проблемы, да, Вовка? Это наши проблемы. Нет, нет. А Кисю ревнуешь, что ли, блядь? Конечно, нет. Ага, блядь, вся Танька-то услышала, она уснула там. Нет, у меня вон есть. У меня есть свое лицо. Я покурю, нет, сегодня. Не бросил. Пускай курит, я сейчас с тобой покурю. Да вы хоть Димке дайте покурить, он тоже курить хочет, блядь. А да? Я покуру, дай нам две. Да, я когда-то было дело. Слушай, Димон, ты этого, ну, Бармута вообще не слушай. Да? Да он тебя нахуй, куда дебри заведет, нахуй? Ну, да Леша там этот, пыльщик, блядь, нюхальщик, блядь. Ну, знаешь, что? Вот этот нюхает-то, блядь. Леха, решил, но... его посадили. Так вы нет, посадили. Выпустили. Выпустили. Конечно. Ага. Да. Ну, блядь, он уже в третий день, как на свободе, ехал, что, его сразу отпустили. Это. Его в Богданович свозили, его там участковый ищет. Я не знаю, что там за мутки. Я не знаю, что там за мутки, крутки.
И вот там по квартире, он же как сирота получается это. Это, у него там, короче, квартира как получается, как я понял. У него жопу приедет, он упадет. Да. И вот. Ему, короче, говорят, он же как там должен прописываться. Да. А он же не хочет там прописываться, он хочет дом этот на продажу. Не ложится в себе. Это государственное имущество как бы. Но, а ему нельзя, ему нельзя. Ему никак нельзя. Вот, видишь, какая история-то там получается. Ему нельзя, никак, чё. Это государство дает. И он там жить не хочет. Хули это Богданович говорит это. СМС-очки. Обалдеть. Я вообще. Обалдеть. А тебе что, рыжий, ты все равно сегодня сваливаешь базу на 101-ю, хули тебе? Пускай пацаны живут там у тебя в этом в танке, блядь. Че, ну пока, нормально? Да, пускай. Лето там. А, какое лето, нахуй? Ты летом сейчас вон в лес. Шалаш, нахуй. Строить домик. Ты не говори, блядь. Палатку, кто нам думает. Обещал, он или Лёша? Лёша. Лёша. А у тебя сеть? У меня сеть. Нет, только. Сеть нахуй на. Уже дома? Не сгорела еще? Нет, нормально. Все там к рыбалке готов нахуй. Так ты мне удочки хотел дать? Что у Лёши, короче, армейская палатка. Знаешь, Лёша, ровная, пришел такая. Тебя сгреб. А я сил? Это? Не, ну я потом приду, это попозже посмотрю, там это удочки, там не на удочки сейчас. Я хочу с ночевкой сходить на рыбалку. Не, а сейчас нет, я пойду, буду, я только в мае пойду. Пойдем на шамейку. Это в мае, это хули там? На шамейку попробуем. Радио у нас есть, да? Радио поджечь, все еще там, оно же у меня лежит. Ты ничего не сдал его, блядь? Куда я его сдам? Куда я его сдам? Я его каждый вечер включаю тихонечко. Нет, музычка. Не это что, блядь? А? Как бы, немецкую волну, блядь, американскую? Не, я этот, ретро-ФМ включаю тихонечко. И сам одного танцуешь, наверное? Я под него засыпаю. Я под него засыпаю, заебись. Я же вот у этого Андрюши взял телевизор ламповый. Принес. Ламповый, там и хуя трансформаторы какие, там меди столько, блядь. Там здоровый, вот он. Диагонали 37, это, за два калика забрал у него. Ну все. Он говорит, куда-нибудь на кухню, куда-нибудь поставишь его. Вот я пошел кабель делать. Он, наверное, не ламповый, полупородниковый все-таки. Нет, ламповый, он старый еще. Как там 37 диагональ, это что за телевизор? Так он, ламповый, короче, блядь. Он толстый, толстый. Длинный он такой, толстый, широкий. Толстый. Да. А, ну может быть. И что, ты на кухне поставил, что ли? Да нет. Я тоже так думал. Я уснул пьяный-то рядом с этим телевизором. Проснулся, тут нету его нахуй. Просрал телевизор. Конечно, там медяк. Два шкалика въебал. Трансформатор. Я бы тоже утащил нахуй. Так я на Победе там с этой солью. А, так еще и на Победе. Все, на 22-м доме. Дурдом ебаный, блядь. Все, Победа это, все это. Так я к ней стучался. Прости, прощай. Она что-то не пустила. Это называется хихихаха, блядь. Я знаю. Там весь район хихихаха. Так-то хихихака 55. Кисы там в отношении выясняют, нахуй. А рыжий похуй забрал и все, нахуй. Сгребет под себя, да? Танька его бьет, кису ревнует, нахуй. Давай. Точно, дом 2, блядь. Построится не любовь, нахуй. Да. Санта-Барбара, сетка счастливая. Я на задвижках, нахуй. Никола, блядь. Тоже счастливый сидит, нахуй. Да, Никола? Да. Хоть и пошменился, Никола? Ну, немножко бы, да. Что, немножко мало, что ли, блядь? Ну, хватит, блядь. Хватит. Пить-то хватит уже, блядь. Ты же не молодой, блядь. Сколько тебе, Никола, лет сади? 53. Сколько? 53. Ну ты нихуя бабка древняя. Ну да ты все, постарше что ли? Ну, блядь, старше нас, нахуй, блядь. А ты как хотел, блядь? Года идут. Это мне квартира, это мне пятая или шестая, блядь. Киса, к сетке в гости собирается, блядь. Пятая. Сетка, Христос не говори, воскрес, ну, это, воистину воскрес, ну. Господи, ну это, где там, блядь, воскрес. Живой хоть нет, блядь, там поди все, блядь, дед, вытащил, нахуй, там уснул, походу. Какой дед? Все, что у вас там осталось там. Все сигареты по карманам рассовал. А он куда? Они вдвоем живут? Да, нет, они прямо вот на колонку, туда прямо и к маяку. Нифига как далеко, да? А у них что, бодяжить я сейчас? У них там всегда есть что бодяжить. Ты же с ними ходил, сдавал, блядь. А кого сдавал там, блядь? Ты? А, они тебя кинули, туда тоже получается, что ли? Опять что кинули? Там мелочи, блядь, считать. Ну, Никола, все, блядь. Проебал, блядь, счастье, нахуй, да?
Не, на весы-то вместе положили все. Ну и все, а деньги забрали они. Ну, молодец, хули, что? Ну это как, должно быть, да? Так и должно быть, но, блядь. Да я было бы там что сдавать тут там. Ну сколько, ну на сколько сдали вы? Максим, они же. Штаны дома погляди. Я погляжу сегодня, да. Завтра ты где будешь? На стопике или тут? На стопике хуй на сегодня. Они, видишь, он любовнички поехали. Завтра на втором автобусе до двойки туда. А вы там разобрали, нет? Слышишь, рыжий? Да, я уже. А вы разобрали там, нет? Антенны, хуены. Да ничего он не разобрал. Хуя не разобрали, нахуй. Пиздец, бля, месяц прошел, блядь, мозга и блядь, там уже разобрали до вас, наверное, нахуй. Так я ему. Не, там стоит. Да, стоит, сел, нахуй. Я же на следующий день приехал к нему. Ну я понял, что. Давай пилку заряжай, нахуй. Я говорю, полетели. Он бухой, хуй. Он все, я не в состоянии, я не понял. Танька, не реви, блядь. Бля, киса до сетки доебался, блядь. Потерял-то киса ее уже, все, она уже не твоя, бля. А уже киса телевизор у него требует какой-то. Где мой телевизор, нахуй? А телевизор его уже там все, нахуй, выкинули его, да? На помойку, нахуй. Куда его выкинули? Ты ебаный, что ли, блядь? Иди вот за мной, это как его? С дворничихой. С дворничихой, разбирайся в этом. Нахуй, не да, она выкинула, нахуй. Мы пришли, блядь, она его выкинула. Потом пошли, пойдем. Вот иди, убивай ее. Кого бубенишь? Меня что ли? Кто ее выкинул? Дворничиха выкинула. Дворничик. Дворник. Мы пришли. Мы пришли за ним. А его потом продали Димке нахуй. Димка его проебал от телевизор, блядь. Да я че? Советским в том 7, блядь, это. Как я туда вообще попал-то? Не рассказывай нахуй на камеру ничего. Ты не, такое не говори нихуя. Ничего на камеру не надо говорить. Без разницы, как, что и да. Это уснул. Потом уже без камеры расскажешь нахуй. Уснул. И все, и счастье проебал нахуй, два шкалика, да? Да. Вот, ну как это так? Ой, ладно, Паша, спасибо тебе. Че, пошел что ли? А ты куда пошел ты, блядь? По входу. А ты опять сейчас их встретишь, они опять тебя, блядь, сдадут нахуй, и все. Куда? Нет. Ты деньги у них забирай, нахуй. Они же деньги-то забрали. Да это копейки, что, за копеек будет, блядь. Что у тебя бежит ты там, блядь, не голод, блядь? А? Хуй, блядь. Дома? Ты что, бедишь, я с тобой без сидеть, блядь. Ну, Паша, спасибо большое. Дома все, давай, хохол. Давай. Ну все, давай, не хворай нахуй. Димычу не обижай. Не... Да. Давай, Никола, давай, не хворай нахуй. До воскресенья. Давай, давай. Христос воскрес нахуй. Сюда, да? Да, конечно, здесь. Давай, все. Ну, все, Никола поскакал, все расходятся нахуй. Светка тоже. Домой нахуй нас. Домой, блядь. Не, давай сначала развезем. А подожди, давай, сейчас я давай Макса с дедом увезу. Вы давай сиди. Я приеду с вами. Да, а мне вы не влезете, блядь? Да, мы не влезем. Влезем. Бля, сетка боится нахуй оставаться. Блин, бля. Ладно, чё? Давай нас тогда домой вези. Чё, Макс-то, чё тут? Да потом пойдем. Я за топу здесь. Два шага тут. Ну, бля, всем, бля, деньги раздал нахуй. А тебе? Тебе дал, бля, ты чё пиздал, бля? Ах ты нахуй, ёпки, блядь. Рыжему дам. Поехали. Погнали давай домой нахуй. Ну все, Димка, давай увидимся. До встречи. Киса, пока. Водки нету, все, я тебе говорю, я всё раздал вам. Вы чё, блядь? Посмотри, сколько жрёте, блядь. Меньше пейте, блядь, хоть. Пьете. Танька, пока. Ну что, Макс, дойдешь тогда? Конечно, дойду. Давай, до воскресенья. Здоровый, а, блядь, дедушка, нахуй, двигайся. Не, нахуй. Отсы, дедушка. Кто дрова? Где дрова, нахуй? Ты еще не дрова? А в чё ты еще? Щи! Ты никуда, блядь, что, куда едем? Сейчас, тебя высаживаю, где ты едем? Да. А? Тебя, нахуй, блядь. Мы на стопик, нахуй. Ну, ты, сука, рыжик, на стопик, нахуй, поехал, блядь. Короче, Вовка. Киса, блядь, собрался домой к нам. Ну, пошел ты, ну, нахуй. Пошел, ты не говори адрес-то ему хоть. Пошел ты, нахуй, блядь. Во. Пошел он, нахуй. Я, блин, ты куда ты собрался? Ты, блядь, высылал, он что? Он хули, он ничего, я говорю, тебе там нахуй делать, говорю, нечего. Там ворота закрыты нахуй. Тина в сторону, блядь. Тина... Это я только могу прийти. Ты можешь, дед. Больше кто? Макс может. Макс прийти может.
Че у дедуси там? А дедуся фу, так, держи Макс пакет. Все? Давай, Макс, давай, до воскресенья. Все, давай. Давай. Там же. Там же, там же, там же. Там. Ты там еще. Нормально. Давай, братан. Давай, все, пока-пока, Макс. Давай, братан. Кого ты где собрался бить там? Да я. Кого? Я. Кого? Я. Да хуя прёта. За что хоть бить ты будешь? Да блядь. Вот Паша. Блядь, дай выпить. Заживи. Блядь, выпить нету. Нахуй. Иди нахуй. Сейчас приеду я, мне было хорошо. Вот это нихуя струя, блядь. Вообще, дед нам пиздец, я вообще в шоке, нахуй. Так это а чё, жили бы... Нет. Чё не живёшь-то с ними, блядь? А вот он сейчас уедет опять к Светке. Так и ты... я опять один. Так ты бы ехал бы тоже к Светке, втроём бы жили. Нет. Там. Двухкомнатная квартира, хули вы, блядь. Я привык один. А, блядь, сам говорит, с Рыжим жили, говорит, заебись было, да, Рыжий? Заебись. Вот, сука, дед, блядь. Чё, вот сколько мы жили с ним, мы не дрались. У нас не было такого. Не было никогда. Да? Никогда не было. Единственное, нажились и пали нахуй. И спать нахуй. И спать? В люльку. Спать нахуй. Нихуя, блядь. Я понимаю, надо. А вот, блядь, этих, блядей, сколько пиздил это Лёшу ебанул. Ты? Да. И чего, он не понимает нихуя? Я хуя не понимаю. Почему? Да хуево. Долбоёбу ебанул. Может, хуёво пиздил просто? Я хуя. Чуть ли больше. Скулу не вышел. Я думаю, блядь. А этот уехал. А я с кем? Я один. Дед говорит, воровать не умеешь. Дед, что говоришь, дед, воровать не умеешь? Говорит. Не умею. А чего? Не умею. Что, не научился, блядь? А не научили. Да учись, что, учиться никогда не поздно, дед. Я вот... Не умею. Нет. Ты умеешь? Не умею. Грабить? О, грабить и все можно. Грабить. А воровать не это... Я никогда у меня такой статьи не был. У меня грабеж только один. Грабежи нам. Да, сейчас тебе пакет там еще достану. У меня только грабежи одни были. Все. Да? А эти 144 у меня их не было. А я не уже. А, Вовка, а я 98-я. Государственная. 158-я. Нет. 98-я. А, это, блядь, государственное, короче, хищение имущества. Ой, здесь вот это штучка. Да, да. Все, подожди, пакет дам тебе. Дедушка, так, держи тебе пакетик. Держи, сейчас я все с продуктами дам тебе. Закрывай. Нет, ну отойди. А нету водки больше, дед. Дед. Тут пакет тебе с питанием. Угу. Ну все, давай, Христос воскрес, дед. Воскрес. Давай, все, дед, не хворай, воскресенье там. Да. Давай, да. Все. Давай. Ну, ребят, что, выбрали водку, все, пожатим дал. Рыжик, посходим, что, едем? Да, едем домой. Все, у нас все, ребят, молодожены, все говорит, самый лучший рыжий, да? Сетка, да. Самый лучший? Да. Колючка моя. А, блядь, все какой рыжик, паскудник, блядь. Помоем, побреюсь, мой. Все. Кису там нихуя, блядь, завело нахуй, блядь. Я говорю, все, катер, говорю, уехал. Да, потерял я ты нахуй. Я говорю, ты, говорю, все, забудь нахуй. Ладно, возможность тебе дана. Больше такой не будет никогда. Ну ты нихуя, ты вот, я, блядь, боялся, что ты его пиздишь, где ты ехал? Я, ну, немножко не хватило, а так бы все, я бы пошел. Я бы там его ебал бы нахуй, мне похуй. Просто бы ушатал бы. Вот, Сетка, цени, блядь, рыжика ты нахуй. Вот рыжик за тебя, блядь, я так хули. Это нахуй. Просто бы нахуй. Да крови нахуй. Я бы, блядь, там ушатал бы нахуй. Всего бы нахуй. Там, блядь.
Таня бы не помогла, и Таня бы досталась бы тоже нахуй. Обоих бы нахуй там в трубу закатал бы нахуй. Красавчик, Рыжий. Красавчик, ребята, Рыжий красавчик, паскудник. Аж самому страшно стало. Да. Все, едем на 101, ребят, с Молодорона, поедем, ребята, домой нахуй. На, Рыжик. Дай бог, только бардак или что-то тут будет немножко. Я говорю, вас чайником. Я говорю, я его уже на руку намотал чайник, померил. Пока ручка не отлетит, буду бить вас им. А я он старый еще. Рыжий, всем, блядь, пизду вставил, да, Рыжий? Молодец. Че, нехрен, блин. Не, я как-то спокойно, тихий, ну, себе все держу. Но когда я уже выйду из этого состояния, меня уже не остановить. Я буду бить до конца, нахуй. Обратного пути и пятками ходить я не умею. Не научили. Надо было у стариков-то спросить, как пятками взад ходить. Они меня не научили. Только вперед, до конца и до смерти иди. Другого пути нету, Бога. Убить, блядь. Вот так воспитали меня старики. Все, ребяточки, молодожены приехали домой. Рыжий говорит, все, домой вернулся наконец-то. Говорит, нахуй. Паскудник, так дрова не колет нихуя, блядь. Дрова лежат нахуй. А Рыжий не колет нихуя. Эти где лежат? Тебе тоже твои, что ли, дрова? Да, Рыжий, там типа, пакет у тебя же. Там, блядь. Ой, дядька Вовка домой приехал, как сразу же, да, Радио? Домой, так домой нахуй, скажи. Не то, что с нариками жить, блядь. Так, Светка, держи пакет, сигареты, я не буду. Ну, держи. Держи, это просто пакет, держи, Радио. А, пакеты? Так, ну, уже пиво пьет, блин, подходит, да? Ой, пивочка-то. Вот здесь там тоже есть еще водки, пиво, все есть, они там дома. Я ей дам дома. Ну все. А пожрать-то у нас дома нихуя нет. Я дал пакет ей все там, не переживай. У нее все они там дома, что ли? Конечно, я же до этого приезжал ее. Рыжий, ну ты достань-то говори хоть, паскудник. Ребятушки, всем пока. Христос воскрес. Пока. Христос воскрес. С праздником всех. Подписчиков. Кате привет. Кате привет. И Сереге Воркуте скажи. Серега Воркута. Серега Воркута. Привет тебе. Ну все, до воскресенья. А возможно, в Родушке там всем скажи. Всем. Привет большой. Может, я позвоню, если раньше поеду, может, раньше к вам приеду. Потому что сейчас на карантине. К вам сразу же поеду. Здесь будьте. Ну все, дядька Вовка, давайте, пока. А что это, как его? Воскресенье сюда хочешь? Я, может, пораньше приеду. Ты тогда это, Светланке. Я наберу. Ну все, ладно, берегите себе. Ой. Давай я его все там вас. Блядь. Молодцы, блядь, что вы соединились. Пока, Светка, блядь, не бросай его, блядь, Рыжего, нахуй, паскудника. А, сука, как дядька Вовка, блядь. Ну все, ребят, тут пакетик у меня остался. Сейчас я поеду бульдога поищу, ребят, все-таки бульдога. Заеду в больницу, ребят. Может, идти в больнице. Ну сейчас я включусь, там приеду в возгест. Так, ребятушки, еще подъехал сюда, к бульдогу. Ребят, в больницу не знаю, пусть или не пусть, там карантин. Так, ну, зайду, посмотрим. Хоть списки посмотреть. Чего у них? Никого нету, нахуй. Тишина. Паскудников не видит. Посмотрю, покричу их, нахуй. Друг другу паскуда спит, наверное. Опа! Все это. Так, никуда не двигал. Это меня, ребята, начинают пугать. Бульдог! Бульдог! Андрюха! Нету бульдога? А? А кто это? А? Валентин, что ли? А чё, где бульдог-то? Живой, нет? Все понял.
Ладно, ребят, поехали до больницы дойти. Блядь, что-то я приехал, тут, наверное, все это. Карантин везде, блях. Конечно, тут кого нахуй. Карантин нет. Так что, ребятушки, карантин, бляха, и не узнать-то никак нахуй. Так, а что не знать-то, ребят, я пойду, наверное, это. Я вот скажу. Приемный покой, может, там сейчас как. Эти конечно, меня запустят сюда. Я думаю, пусть я, наверное, узнать-то. Сейчас, ребят, я составлю так. Здравствуйте. А можно узнать, я вот человека потерял. Может, он в больнице, возможно, лежит. Фамилия Андрей Сиков. Андрей Сиков? Да. А с кем он поступил? Не знаю, он как бы это бездомный. Его, может, избили, то ли что. Он не бомжует? Бомжует. Андрей Сиков? Да. Но у нас здесь никого нету. Такого нет, да? Нет. А представляете? Они обычно приходят, их сюда, если приводят на скорой, они в изоляторе никого нет. Сейчас я еще посмотрю. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я дамочка снимаю. Нету? Нету никого. А, такого нету, да? Ну все, спасибо огромное. А? Значит, может, мы помните друзей? Ну все, а вы ему 44 года или? 44 года? А он не был 3 дня назад. Вот я. Ну, может, 3 дня назад. Он такой, здесь курточка вся такая бородатая. Да. Угу. Он сказал, что он с Челябинска. А, нет, значит, не он. Такой, да. Ну, такой, ну, выше немножко. Повыше меня такой, да, а? Такой. Повыше меня такой, какой-то у него волос. Нет, нет, нет. Нет? Ну, нет, значит, да, что, спасибо. Ну, все, ребята, слава Богу. Самое главное, его нету. Это уже радует. У тебя окна, туда уходят. Так что, ну и ладно. Нету, нету, ребят. Пакет остался, блядь. Ну, хуй с ним. Что, в следующий раз их отдам, блядь. Ладно, ребят, все, поехал машину менять. Сиков не больница, наверное, где-то, может, блядь, опять у цыган, наверное, работает паскудник. Ну все, ребят, что, подписывайтесь на мой канал, пальцы кверху. Про группу ВКонтакте, про ТикТок, про Инстаграм, про личку. Ребят, там я общаюсь с подписчиками. Подписывайтесь, еще раз, блядь. Пальцы кверху, вам не трудно. Мне приятно, ребят. Ну все, как-то так. Чао-какао.